видео. Ну, как обычно, там неправильно функцию включила. В общем, он меня сказал, что еще сейчас мне Костелушку покажет. Я запишу. Это Сан-Пьер или Сариот? В общем, 4 Костелушки рядом абсолютно друг с другом. Меньше, чем километр. Представьте. Вот. Все делаю уже так тяп-ляп, но что поделать. Посмотрите, темнеет прямо на глазах. Быстренько сейчас сделаю этот Костелушку. Вот, и все, уже поедем обратно. Ой, там еще какая-то башня, кстати, да? Офигеть. То есть еще 5-й получается Костелушка. Но темнеет вообще просто. Видите, да, там башня? Шато Фолет. Телефон не фокусирует, короче. Не хочет фокусировать, блин. Смотрите, какая прелесть. Еще окно грязное, блин, у него. Покажу пока вам луну. Ай-яй-яй. Сариот, Сариот. Но де ла Тур. Какая прелесть. Какие трубы роста вылезают, обалдеть, кстати. Ой, сколько дырок-то там вообще. Послушаем, да? О, смотрите, как красиво смотрится этот. И вот посмотрите, как это все одна структура. Вы посмотрите, да? Посмотрите, как видно отсюда. Значит, какой-то домик, да, внизу, там много окон, да, получается, стена. Потом такая труба, видите, типа пристройка. Все выше, 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 и вот заканчивается вот этим зубом. Обалдеть. Так, сейчас я быстренько сниму вам. Ее полнула, короче, куда реклама. Боюсь, там собака может быть. Кстати, какой тоже дом. Кстати, такая. Кстати, да? Геометрия такая, да? Кстати, крыша такая, да? Ты-тын-тын-тын, зигзагом все. Вот покажу вам сейчас нормально луну, кстати. Затмение, затмение. Так, быстро. Сейчас собака на меня выскочит какая-нибудь, блин. Коммуникация. Коммуникация с кольцом. Посмотрите, да? Нормально? Посмотрите. Так вот. Не, ну посмотрите, как торчит. Вот как здорово видно, да? Сбоку, посмотрите. Это вот это вот это что за поры? Ну, натуральные поры, погляди. Натуральные поры. О, наконец-таки она вышла. Смотрите, какая красота, да? Смотрите. Все оттенки розового, короче. Блин, я не говорите, что я бесстрашная, я вообще ужасная трусиха. Вот посмотрите, эта штука тоже, которая вот эта вот арка, как она сдвинутая тоже. То есть это параллелепипед, видите? А арка в другую сторону сдвинутая. Я не знаю, я это вижу. Если вы это не видите, то это не мои проблемы. А вот эта вот крыша, вот эта, где крыша, треуголка, уже сдвинута в другую сторону. Вот посмотрите, как две трубы. Посмотрите, вот что это, вот посмотрите. Да? Смотрите. И тоже крыша там такая ступенчатая, как бы.
карбусики. Так, надеюсь, собачка не выскочит. Кстати. На этой вот, которая зигзагом идет, ну, зигзагом, извиняюсь, вот по диагонали, вот две такие трубы, вот, понимаете? Две. Башенка. Из нее торчит наша чугунная труба. Это тоже чугунная. Самку, не знаю, вообще дают там. Просто, по-моему, 10 век даже. Вот, посмотрите, какая скоба. О, идет, слава богу. Миномали. Алло, entriamo? А. А, fino qui si può. А. Смотрите, печечка. Нет, ну эти трубы это вообще просто. Дяденьки. Коммуникации. О, посмотрите, какие скобы. Посмотрите, какие скобы вообще просто. Невероятные лыжи такие, да? Невероятно, кстати, здесь. А, именно там, где я стою. Видите, это разделение скоб, да еще и красный, да? Да еще и красный, это невероятно. Вот, это 10 век, понимаете, да? А скобы вот именно такие, именно здесь, потому что таких мы еще поперечных не видели. Именно вот здесь поставили... Ну, уже в наше время, да. И что ты там возмущаешься? Посмотрите, вот. А я думала, ну, это наша паутинка. Смотрите, у самой земли просто. Просто у самой, посмотрите, какая она огромная, да. Вот тут уж прямо она что-то скрепляет. Вы видите, какая она огроменная. Красная, к тому же, это вообще просто... Офигеть. Это да. Сейчас я сделаю короткое видео на эту тему. Вот решетка, их не знаю, от кого там человек. Я вам уже говорила 100 раз. Человек никогда в жизни в такую дырочку не пролезет. Но там обязательно должна быть решетка. Но там уже нету, да? О, мои чипки. И вот прям они друг на друга все смотрят, да? Воля фара, видеокорта, мама... Сэ... Треси, треси. Сейчас я зайду и потом сделаю видео, короткое видео, как ты шпалы этой. Ну хотя бы только вот показать вам. Как он здесь? Вот посмотрите опять, да? Вот эта стена, да? И вот это вот, как они состыкуются, да? Кстати, какая скоба прямо на поперек трубы. Кстати, что она там ей держит? Огромнейшая причем, да? То есть на колокольнях у нас маленькие, да, скобы? А вот на такой трубе небольшой, огромнейшая скоба.
Вот когда люди мне говорят, что ты находишься странного в скобах, я вообще просто, особенно мужчины, я вообще просто, ну, понимаете, у меня просто все, все, у меня весь романтизм кончается. Вообще делать видео. Тут тоже такое типа мол, окно должно было быть, да? Но там оказалась маленькая дырочка. Не, ну труба, так еще и, кстати, с претензией такой на рисунок, да, вибрация, рисунок. Мерлаты, это вообще невероятно. Вот, и тут такой небольшой тоже, как бы, вроде домик, да, такая огромнейшая тоже труба. И тоже вот с нашей, как в виде костел, а-ля костела. Кстати, кстати, как красиво. Торчит луна, да? Ну все, еще чуть-чуть и будет полнолуние, ребятушки. Так, ну, скобы, конечно, это просто. Ну, наши пупки вот тут. Вот посмотрите, прям цветочки. Кстати. Вот так, вот такие бы пупки делали, да, еще с ободками, да, кстати. Кузнецы, блин, да? Кстати, кстати. Лепестки такие, да? Видите? Так, ладно, пойду сделаю короткое видео. Вот это опять замки эти странные наши, да, вот тоже вот это никого не волнует. Тут. То, что в такой форме они сделаны в сложной. Зачем? Зачем про это думать, да? Сделали и сделали. Какая тебе нафиг разница, да, баба? Типа сиди дома, пей, и как это там, мне говорят, у плиты стой. Вот. Все, там пирамидки, или вот это тоже, да, завернуто, да? И тут же рядом вот такой цветочек, да, посмотрите. Такой сложный цветочек. Так, ну ладно, все, пошло. Короче, уже темнеет вообще. Просто невероятно. Вот, пойду попробую сделать короткое видео этой огромной скобы.